Добрый день, дорогие зрители. Центр город Курский. Птичка красивая, красота, такой цветочки необычные. Хотел вам снять на видео. Здесь память Пушкина. Не сзади сторону музея. Вот как видите, там торговый центр стоит. Справа у нас, слева у нас фонтанчики. Улица Ленин. Хотел сегодня солнечный, красоту для вас снять. И вот два дорогих друзья. Они идут в сторону красоты. Я так обычный, без подготовки, без какой-то эффект. Вот. Там любовь, муж, жена снимает фотки, фонтанчики, кадры красивые, музыка, место для сидения. Наш Пушкин герой. Кто знает про Пушкин, то лучше это. Вот, красота. Центр города. Такой необычный. Улица Ленина. Торговый центр Пушкин. Тоже также находимся на улице Ленина. Красота. Тоже улица Ленин, центр город Курский. Такой необычный красота. Мир город молодец, слова нету для него. Свой город хорошо ухаживает. Курский. Город, вот. Так продолжается вот память с одного героя. Фонтанчики включен, когда день такой, пятница, солнечный, город Курский. Такой осень, время любовь. Каждый по-своему любит природу, допустим, весной, летом, осень. Тоже я 4 вида года люблю. И, ну, допустим, осень тоже по-своему такой красота, необычный. Золотых все дерево, почти 70%. Вон наш красота.
Так, дальше еще видео у нас в кадре продолжается. Центр город Курский, красота. Молодец, еще раз мир город, слова нету. Желаем, чтобы всех города России мы гуляли, такое красиво было. Стульчики, вот еще в конце дорогу Ленина уже приходим. Так продолжается такой необычный памятник. Вот красоты природа, вот это да, осень натуральности. Ночами тоже неплохо, город Курский.